мы часто не замечаем вот этих логических ошибок в своем собственном мышлении. Как начать замечать ошибки? Нужно все время отдавать себе отчет что именно вы говорите. То есть вы используете слово «сознание». Хорошо. Что вы конкретно под ним понимаете? Вы используете слово «личность». Что вы конкретно под ним понимаете? Вы используете слово «мозг». Что вы конкретно понимаете под этим словом? Каково его значение? После того, как вы себе честно и осмысленно ответите на вопрос, что такое сознание, вам будет очевидно, что нельзя задать вопрос, как сознательно повлиять на мозг. Потому что в вашем определении будет звучать, что сознание является производной мозга, причем всегда запаздывающей, лишь озвучивающей те решения, которые были приняты в рамках борьбы доминант. Поэтому, конечно, сознательно никак повлиять на эту деятельность нельзя. Но то, что вы сейчас сидите, и я наезжаю на вас с этими своими инвазиями, является действием, которое приведет к каким-то другим решениям вашего мозга. И поэтому тот, кто проходит курс, он на самом деле загружает в свой мозг важные элементы, из которых его мозг сам по себе соберет более эффективные, более работающие модели.